На Черноморском побережье Кавказа, в городе Гудаута, живет большая армянская община. Авакиму Тахмазяну 39 лет. Он ходил здесь в школу, учился в вузе, служил в армии, теперь работает. Вся жизнь в этих краях. Хотя его предкам привычнее были другие берега Черного моря. В нашем селе Кюклух жило 300 семей. Село было в горной скалистой местности между двумя реками. В центре села была церковь. Было у нас 3 школы. Общая тетрадь 48 листов. В эпоху позднего СССР такие были знакомы каждому школьнику. Эту тетрадь Аваким нашел у себя дома, но разобрать записи оказалось слишком трудно. Смог понять лишь некоторые фразы и цифры. 1914-1915. Это воспоминания его деда, Мардыка Тахмазяна, который родился в начале 20 века. О своем прошлом дед армянин написал на джиникском говоре амшенского диалекта. Недавно нашли переводчика и издали мемуары по-русски. Оказалось, это воспоминания о юности партизана и о том, что творилось во время Первой мировой войны в армянских поселениях Османской империи. Уникальный документ эпохи. Наступил июнь 1915 года. Началось насильственное переселение. Моему деду Мукаелу было 98 лет. Он не смог далеко пойти. Турки его забили камнями. Потом от группы отстает сын Байрас Карапета Нессес. У него жена была беременна и 2-летний сын на руках. Нессеса подвешивают вниз головой, а под ним разжигают костер. Мардык Тахмазян тогда выжил. После нескольких лет скитаний он осел в сотнях километров от родных мест в Гудауте. Много лет жил на этой улице. Только его дом был попроще сегодняшнего, того, в котором живет внук. Аваким помнит дедушку Мардыка, но они не говорили о том, через что прошел уроженец села Кюклух. Дед умер, когда внуку было 4 года. Повзрослев, Аваким не раз слышал рассказы родных о турецких событиях. «Да, Горпе, иду, сейчас пару вещей возьму». Прочитав о них воспоминания родного деда, Аваким решился съездить на историческую родину, чтобы увидеть ее своими глазами. Какой миссии едешь, чтобы эта миссия выполнена была? Чтобы все видели, знали, как это все должно было, как оно было. Так что удачи тебе во всех твоих начинаниях и дай Бог, удачной дороги. Все будет отлично, я думаю, поеду, увижу и привезу что-нибудь оттуда. Делам твоим удачи. С Богом! Его провожают родные и соседи. У всех предки родились на территории современной Турции, но никто из них там не был. Страшно отпускать к туркам армянина, который ищет следы событий 15-го года. Трагедия, которой современники долго не могли найти название, живет в истории каждой армянской семьи. Поэтому и 100 лет спустя
когда турецкие курорты, античные памятники и традиционная кухня знамениты на весь мир, многим армянам нелегко просто купить билет и прилететь в аэропорт Стамбула. Аваким Тахмазян, словно обычный турист, взял в аренду машину, но едет в нетуристические места. Почему решил приехать сюда? Это желание было давно, как-то не складывалось все оно. То одно, то другое, все как бы оттягивалось. Это будут далекие провинции современной Турции, наследницы империи османов. Долгая дорога в прошлое. В 1915 году продолжается Первая мировая война. Гигантская Османская империя – союзник Германии и противник России. Армяне живут по обе стороны границы, в российском Закавказье и на полуострове Анатолии. Обе империи призывают армян в строй, а османскими войсками командует военный министр Энвер Паша. Зимой с 14 на 15 год было крупной ошибкой отправить сражаться с русскими армию без подходящего обмундирования. Но Энвер Паша не мог поверить, что турки проиграли только потому, что русские были лучше. Он предположил, что причиной тому были предатели-армяне, которые проникли в наши ряды и выдавали военные тайны русским. Османская империя доживает последние годы. В Балканских войнах потеряны почти все европейские территории. Оставшиеся провинции мечтают о независимости. Тюрьма народов, национальные меньшинства, особенно иноверцы, под подозрением властей. Турки зовут свою столицу Стамбул. Мир по-прежнему называет ее Константинополь. В начале 20 века это один из крупнейших городов мира с населением более миллиона человек. Интеллигенция всех народов Османской империи – турок, арабов, курдов, армян, греков – живет в главном городе. Геноцид, помимо всего прочего, это огромное предательство. Политические лидеры, которые раздавали приказы, например, министр внутренних дел Талаат Паша, близко дружили с лидерами армянского народа. Талаат Паша – министр внутренних дел. Энвер Паша – военный министр. Джамаль Паша – министр морского флота. Радикальные лидеры правящей партии. Они мечтают о новой стране, где будет место только для турок. Они не знают, что ждет их всего через несколько лет. Но сейчас война в самом разгаре. Кажется, она все спишет. 24 апреля власти арестовывают несколько сотен человек в столице. Затем тысячи по всей стране. Это армянские юристы, врачи, депутаты, учителя, священники. Их ссылают вглубь страны. Многих убивают. Утрачена армянская национальная элита. 24 апреля позже станет днем памяти всех армян, погибших от многолетних преследований в Османской империи. Когда империя рухнула и возникла Турецкая республика, ее основатель Мустафа Кемаль Ататюрк назвал преследование армян постыдным деянием. Но и он возлагал вину во многом на самих жертв. Внук Ататюрка согласен со своим дедом. Армяне жили вместе с турками тысячу лет, а в тот момент они захотели... Это Запад их подталкивал, англичане и прочие.
У вас может быть своя страна. И происходит следующее. Армения оказывает сопротивление в тылу турецкой армии. Что бы вы сделали в вашей стране? Солдатам нужна еда, но они не могут ее получить, потому что армяне блокируют дороги. Взрываются мосты, погибают люди. Армия не пошла их убивать, хотя могла бы. Вы атакуете, и мы тоже. У Османской империи было много ошибок. Но не в этом случае. Кто именно вредит, неизвестно, и решено переместить всех людей из этих мест. Обстоятельства были разные. Не хватало еды, сотни километров шли пешком, дети, холод. Но турецкая армия тоже гибла от холода. Это технологии нового века. Массовые этнические депортации, обвинение народа в предательстве. В 20-м столетии все это случится еще не раз. И уже не в Турции. Но первое историческое решение принимает в конце мая 15 года правительство Османской империи. Речь в документе о том, что армян нужно переселить. Во время переселения обеспечить их безопасность, поселить на новом месте, помочь им начать там новую жизнь. Но... В решении правительства есть следующее выражение. Армян нужно переселить, чтобы уничтожить их стремление к отделению, чтобы окончательно решить вопрос. Фраза «окончательное решение вопроса» еще прозвучит в 20 веке и навсегда войдет в историю. Но впервые ее произносят именно в 15 году. Подданные османского султана об окончательном решении еще не знают. Армян, родившихся в Османской империи до 1915 года, в мире остается все меньше. Лишь единицы могут рассказать о том, что видели своими глазами. Хачик Паписян появился на свет в деревне Капысия на восточном побережье Средиземного моря в 1910 году. Вы успели убежать всей семьей. Как это получилось? На тележке, запряженной ослом. Что-то взяли из дома с собой? Немного вещей, одежду, собрали все и уехали. Вы плакали? Нет. А ваши мама, папа? Конечно, плакали, еще как плакали. Армяне Османской империи свободно занимались коммерцией и часто были состоятельнее турок. При этом, как и все иноверцы, они были лишены многих политических прав, не могли претендовать на высокие должности, не имели права носить оружие и свидетельствовать в суде. Армянские восстания власти жестоко подавляли. Массовые погромы случались в империи и ранее, но в 15-м году организованное властями окончательное решение вопроса коснулось каждого армянина. Евпраксия Оганесян родилась в городе Казан в 1910 году. Отца своего я не помню. Я была совсем маленькой, когда он ушел на фронт. А когда мне было 4 года... Начались массовые погромы армян. Это случилось и с нами. У меня был брат, совсем маленький. 3 или 4 месяца ему было. Мы все бросали, бежали тайком. Если бы турки услышали его плач и обнаружили нас, никто бы не выжил. Мама оставила ребенка рядом с домом. Куда бы она его взяла? А
Официальная переписка османского правительства с губернаторами на местах проливает свет на технологию депортации. 600 секретных телеграмм, отправленных в течение 2 лет, хранятся в Государственном турецком архиве. Число армян, депортированных в Сирию и Ирак, не должно было превысить 10% мусульманского населения Сирии. Важно отметить, мусульман Сирии было около 2 миллионов человек, а армян примерно 1 300 000. То есть необходимо было сократить 1 300 000 армян до 200 000. Эти документы предельно ясно показывают политику Османской империи. За депортацию отвечал департамент статистики Министерства внутренних дел. В результате организованного массового перемещения в сирийскую пустыню прибыли около 300 тысяч армян. Историки позже добавят, более 1 миллиона армян погибли. Девушки клали в мешочки красный молотый острый перец. Когда пришли турки, они попытались убежать. Они кидали этот перец им в лицо. Потом бросились в реку. Утонули. Вы бы хотели сейчас поехать в тот город, где вы родились, посмотреть, что там осталось? Нет, что вы. Кто туда поедет? Поехать, чтобы убили? Турки убьют. Северные районы современной Турции. Недалеко Черное море. Совсем рядом должны быть места, где родились предки Авакима Тахмазяна. Кажется, ничто не напоминает о тех, кто жил здесь век назад. Отец партизанил в лесах. Мать отдала меня одному турку, другу отца. Его звали Мустафа Эфенди. Мой дядя отдал другому турку 2 сыновей, 8 и 10 лет. Мы вместе пасли скот, но не разговаривали по-армянски. Жандармы узнали про братьев и забрали их. Отвели к ближайшей скале, отрезали им головы и бросили в пропасть. Вскоре я убежал в лес к своему отцу. Здравствуйте. Трабзон кала. Трабзон кала, где находится? Не понимаете, да? Нет, русский. Хорошо. Поехали уже. 100 лет минуло с тех пор, как дед партизанил в этих местах. А признаться местным, что ты армянин, по-прежнему страшно. С Авакимом едет переводчик, но найти селение Кьёклух так и не удается. То ли нет его больше, то ли сменило название на турецкое. Недалеко расположен город Орду. Заехали туда. Среди улиц, полных вывесок и рекламы, Аваким замечает монумент. Без надписей, с часами, с характерной узорной деталью на туфе. Может быть, это переделанный армянский памятник? Может, часовня? Но спрашивать ни у кого не хочется. Соединенные Штаты Америки – единственная мировая держава, в 15-м году еще не вступившая в мировую войну. Посол США Генри Маргентау представляет в Константинополе интересы многих стран, воюющих с османами. Сообщения о зверствах, с которыми проходят депортации армян, поступают от американских консулов со всей империи.
В его распоряжении были отчеты консулов. Мой прадед встречался с турецкими лидерами, с другими послами и с неофициальными лицами, которые могли довериться ему. О Генри Маргентау рассказывает его правнучка Памела Стейнер. По примеру прадеда, она стала активисткой в борьбе за признание того факта, что геноцид армян был. Деды и прадеды, внуки и правнуки, словно не замечая прошедших 100 лет, поколения говорят друг с другом о событиях 15-го года. Он всеми силами пытался остановить происходившее, но у него не получилось, и он очень страдал из-за этого. Последнее, что ему оставалось, это вернуться в США и попытаться убедить президента Вильсона вступить в Первую мировую войну. Но и для армян он сумел сделать потрясающую вещь. Он создал негосударственную организацию, целью которой было помочь и поддержать армян. Генри Моргентау один из первых рассказал миру о страданиях армян. Этот самый высокопоставленный очевидец армянской трагедии написал книгу «Убийство нации». Так начинается осмысление нового вида преступления, которому все еще нет названия. В основе книги материалы, собранные за 3 года работы послом в Константинополе. Более того, в 19-м году Маргентау снялся в художественном фильме, играя самого себя. Полуторачасовая немая картина «Растерзанная Армения» словно кричит об армянских страданиях. Эти кадры потом часто будут использовать словно документальные. В съемках фильма в Калифорнии участвовали тысячи армян, бежавших от турок в Америку. Фильм основан на бестселлере Аршалуис Мардиганян. 14-летняя девушка пережила смерть своей семьи и депортацию. Мардиганян играет саму себя. На этом кадре она вторая слева. Их было 19 девочек, их вели на казнь. А потом выяснилось, что готово только 18 крестов. Всех распяли, кроме нее. Ей удалось бежать. Она уехала в Россию, в Петроград, оттуда в Америку, в Нью-Йорк. Знаменитые кадры распятых девушек в фильме не совсем правда. Мардиганян позже призналась, что изнасилованных армянок распинали иначе. Их сажали на кол, заточенный в форме креста. Девушка на берегу, озеро, виды гор. Это воспоминания о Турции на картинах другого очевидца 15-го года. Трагедия прошлого не попадает на холсты. Елена Абраамян родилась в городе Карсе в 1909 году. Конечно, я рисовала Карс по памяти, но как будто и не рисовала. Когда ты на месте смотришь на пейзаж, вот это настоящая работа. Понимаете? Спасаясь от гонений, Елена пыталась покинуть город Карс с семьей. На группы бежавших армян часто нападали эскадроны смерти. Я осталась одна. Рядом лежала мертвая девочка. Они решили, что я тоже убита. Я подумала, что надо встать, пойти, узнать, где мои. Дорога шла к мосту над рекой. Люди бегали вокруг. В воздухе был град пуль, вокруг дым. Я была не в себе. Пули падали перед моими ногами. Но я не понимала, что происходит.
потом я увидела высокого мужчину в шинели. Он подошел и взял меня на руки. Армяне в страхе бежали со своих мест. Кто-то погибал, кто-то спасался за рубежом. Все брошенное переходило новым владельцам. Принадлежавшее армянам материальное имущество было использовано для создания мусульманской турецкой буржуазии как основы национальной государственности. Под различными предлогами его раздавали и переселенцам с Балкан и Кавказа. Недалеко от турецкого Карса продолжается путешествие в прошлое. Внук партизана Аваким Тахмазян по-прежнему ищет следы живших здесь армян. Его дед никогда не возвращался в Турцию. Что чувствует внук, видя эти пейзажи? Устал ездить? Нет, это не усталость. Я бы еще ездил бы. Это не усталость. Это какая-то тяжесть, которую вот видишь, и она давит. Вот именно то, что произошло, те события, которые были, они оставили свой след, и неприятный след. Многие из нашего села, не дожидаясь дня насильственного переселения, ушли в лес. В лесу были и те, которые, видя ужасы изгнания, сумели убежать и вернуться. Вместе с детьми и женщинами нас было около 60 человек. Чтобы хорошо вооружиться, мы убивали жандармов и забирали оружие и патроны. Таким образом, мы довольно окрепли. Но нашей главной силой были наши леса и горы. Там мы жили. Стены далеких предков. Тахма-скала. Крепость рода Тахмас разрушена еще в 8 веке. 100 лет назад она выглядела так же, как и сегодня. Но это хоть какой-то след. То, за что может зацепиться память. Похоже, это каменные фрески, которые остались от руин старой крепости Тахмазян. А здесь, по всей вероятности, был колодец когда-то. Печальный голос дудука звучал у этих стен, когда в крепости еще жили люди. Ничто так не передает настроение народа, как эта древняя трубочка из абрикосового дерева. Всемирно известный музыкант Дживан Гаспарян выступал с гастролями и в Турции. Нас повезли в Диярбакыр, город так по-турецки называется. Я заметил там развалины церкви, на которых сидели голуби. Внутри жили бедные курды. Они говорят, церковь разрушили, дома у нас нет, мы здесь живем. Я попросил об экскурсии, чтобы рассказали и провели меня вместе с немцами, итальянцами и французами, с которыми мы концерт играли. Я говорю им, это наша церковь, армянская церковь. Этот город армянским городом был. Они не ожидали совершенно. Говорят, это удивительно. Репсиме Хаджи Сарксян родилась близ Константинополя, в деревне Кютахия, в 1911 году. Ее семья спаслась, бежав в Болгарию. Помню, меня посадили и остригли волосы. Вши были. Я плакала и спрашивала, где мои волосы? Мне дали конфеты. От обиды я их выбросила. Семья маленькой Рипсиме, спасаясь от преследований, спасла и церковную реликвию – мощи святого Стефана. Нелегким путем их вывезли из Османской империи. Эти святые мощи хранились в храме. Храм весь разграбили, разрушили, служителей убили. –
Мой дальний родственник решил спасти святыню. Он завернул ее в одежду и на себе вынес в Грецию. А там передал священнику. Потом ее привезли в Армению. Так и спасли. Иначе эти мощи растоптали бы. Церковь разрешила Репсине хранить реликвию дома. Армяне, депортированные или бежавшие сами, старались унести с собой самое ценное. Но и дома, и церкви, и горы, и белоснежный Арарат пришлось оставить. Недалеко от границы с Арменией, на крохотном островке Ахтамар на озере Ван, по-прежнему стоит шедевр христианской архитектуры начала X века. Собор Святого Креста. В 1916 году, лишенный монахов и прихожан, храм был заброшен. Но в 21 веке, именно с реставрации древних церквей, турецкие власти начали замечать армянский след. Здесь каждый день по несколько человек бывает. Три дня назад из Армении на автобусах приехали человек 150. С Арменией нет дипломатических отношений. Граница закрыта. Но армяне едут через Грузию. Богатейшая резьба по камню, разнообразные рельефы и фрески. Рядом узнаваемые армянские письмена, а любое напоминание об армянах в истории Турции заставляет вспомнить о событиях кровавого 15-го года. Можно так сказать, в Турции об этом одновременно и не говорят, и говорят больше, чем о многом другом. Это обсуждают не просто как историю, а как сегодняшнюю проблему. В этом смысле наше общество далеко впереди политиков и политических организаций. Охранники у собора Святого Креста рассказывают, где на стенах библейский Давид, а где Голиаф. От охраны не узнаешь большего. Например, что Армения была первой страной в мире, принявшей христианство. Но остается вопрос о людях, которые когда-то молились здесь. Куда подевались все армяне, что жили рядом? На берегах озера Ван. Часть уехала и часть осталась. Мигрировали в Стамбул, во Францию, в Америку. А те, кто остался, не показывают, что они армяне. Но здесь их очень мало. Совсем мало. В 1915 году немецкий офицер Армин Вегнер следовал с подразделениями германских войск из Константинополя в Багдад. Как медику армии союзников, ему разрешали заходить в лагеря, которые турки устраивали для армянских мигрантов. У Вегнера была с собой фотокамера. Он писал матери о тех ужасах, которые видел по дороге в Багдад. Письма были вскрыты военной цензурой. Доложили военному командованию, его вернули в Стамбул и поместили в холерный лагерь. Он там чуть не погиб от холеры. Но Вегнер выжил. Фотографии у него отняли. Но он сохранил часть пленок. Вернулся в Германию, после войны стал писателем. Представьте, вы проходите через всю страну и видите, как лишают жизни. Двоих людей, сотню, тысячу людей, сотни тысяч. И так продолжается без остановки. К вам приходит осознание этого, и вы уже не можете избавиться от этой мысли. Мой отец рыдал, вспоминая о том, что он видел. С тех пор он был в каком-то смысле сломленным человеком. Вегнер нашел в себе силы рассказать об увиденном и остаться объективным. Он подчеркивал, что некоторые турки отказывались выполнять приказы. Свои снимки и документы, полученные от армян,
Вегнер собрал в отдельную книгу, обвиняя власти Османской империи в организации массовых убийств. На этих снимках ужас. Мы видим детей, умирающих от голода на обочине дорог. Нам надо во всем этом разобраться. Но разбираться надо, не забывая о справедливости. А Турции надо принять, что такой была ее история. Потому что в противном случае мы не оставим ее в покое. Путешествие в прошлое заканчивается. Аваким Тахмазян так и не нашел в Турции следов своего деда. А ведь обещал землякам увидеть и привезти что-нибудь с родины предков. А что я увидел в своем селении Кекгул? Ничего не увидел. Реально ничего я не увидел там. Все изменено. Только одна вот эта часовня. И не часы, что посередине стоят, кольцевую сделали. Вот она что-то напоминает о существовании армян на той местности. Больше ничего я там не увидел. А там и жили все, весь мой род и однофамильцы жили. Землю беру, чтобы отвезти на родину свою. Мы готовились к бегству в Россию. Поймали нескольких богатых турок, чтобы они одолжили нам деньги на оплату переезда. Армянские села были совершенно пустые. Ни домов, ни людей не было. Нас было 300 армян и 300 греков. У лазов было 3 судна. Одно с мотором, 2 без. Их прицепили. Мы все благополучно поднялись на борт и спаслись. В последний месяц 1923 года нас высадили недалеко от Сочи. Уже скончалась Османская империя, и в молодой Турецкой республике президентом стал Ататюрк. Но армяне, 8 лет партизанившие в лесах, не видели здесь себе места. Казалось, никогда не будет их ноги на этой земле. После всего пережитого, разве могли они представить свою жизнь в этой стране? На самом юге Турции, у границы с Сирией, на картах отмечена деревня Вакифли. Жители называют ее по-армянски Вакиф, потому что жители – армяне. 35 домов, церковь и гостиница. Это единственная армянская деревня в современной Турции. В 1915 году власти Османской империи переселяли армян. Но наши прадеды восстали и поднялись в горы. Они поднялись на верхушку горы Мусадак и держались там полсотни дней. Мама, бабушка ночью спускались с горы, чтобы их не заметили турки. Хлеб пекли, собирали инжир, виноград. Потом снова поднимались на гору и отдавали это бойцам. Вершину горы покрывал туман. Однажды он рассеялся, и мы заметили в море корабли. Родители рассказывали, что у нас был флаг с призывом о помощи. Моряки увидели его и подошли к берегу. Французы и англичане эвакуировали с Мусадага свыше 4000 человек.
Это стало крупнейшей операцией по спасению армян в 15 году. Нектар Алатузян родилась в предгорье Мусадага. Стычки с турками продолжались там и в середине 20-х годов. Когда к нам за оружием пришли односельчане, армяне, они ничего не увидели на стенах. Смотрели по стенам, а там ничего нет. Они спросили, где ружья? Их нет? Я сказала, подождите. Есть ружья, вот они, мы их спрятали. Они были удивлены. Говорят, какая сообразительная девочка, какая умница. Они похвалили меня. После войны гонения на последних армян империи продолжались, но цивилизованный мир это уже не волновало. Убийство народа юридически не было преступлением. Только в 1944 году юрист Рафаэль Лемкин предложил термин «геноцид», считая жертвами геноцида прежде всего армян и евреев. В 1939 году в Оберзальцберге Гитлер произнес речь и сказал, что история всегда помнит победителей. Чингисхан уничтожил миллионы, создал империю и вошел в историю. Гитлер говорил своим генералам, когда вы идете в Польшу, уничтожайте всех. Кто сегодня помнит армян? Кто помнит слово «армяне»? Сегодня в Турции живет несколько десятков тысяч армян. Самым заметным из них в конце прошлого века стал журналист Грант Динг. Тема геноцида и примирения была для него центральной. Динга трижды судили за оскорбление нации. В 2007 году его убил турецкий националист. Адвокатом Динга на судебных процессах была Фетхе Четин. Ее книга под названием «Моя бабушка» выдержала в Турции 11 тиражей и выходит вновь. Незадолго до смерти бабушка призналась ей, что всю жизнь прожила под чужим турецким именем. На самом деле бабушка родилась в армянской семье и в 15-м году 9-летней девочкой оказалась на дороге смерти. По пути погибло много детей, стариков, женщин. Когда проходили неподалеку от Диярбакыра, турецкий капрал захотел удочерить мою бабушку. С этого момента связь бабушки со своими родными была полностью потеряна. Я услышала об этом и помню, как меня охватило чувство протеста, бунта, до такой степени, что хотелось выйти ночью на улицу и кричать во все горло. Хотелось кричать об этой правде, рассказать о ней каждому. Мне хотелось кричать, что нам лгали.
Вся семейная история оказалась иной. Настоящее имя бабушки было не Сахер, а Грануш. В детстве ее крестили. Она когда-то говорила на армянском языке, хотя к старости забыла его. О своем прошлом она молчала. Выросла турчанкой, вышла замуж. Ее дети и внуки считали себя этническими турками. После смерти бабушки внучка напечатала о ней правдивый некролог. На него отозвались кровные родственники бабушки из США. Отец бабушки уехал в Америку на заработки. Как только она научилась грамоте, она написала ему письмо. Это было еще до 15-го года. Дорогой отец и дядя, хотим написать вам несколько строк. Знаем, что это обрадует вас. Надеемся, что с вами все в порядке, и молимся, чтобы и дальше все было хорошо. Мы все время ходим в школу и много занимаемся, чтобы стать образованными наследницами. Целуем ваши руки, Грануш Катарян. Письмо, написанное по-армянски маленькой девочкой, еще не знающей, что скоро ее разлучат с родными людьми и родным языком. Письмо из прошлого. Сколько их, таких скрытых армян? Признать события 15-го года значит для официальной Турции и по-новому взглянуть на своих граждан. Моя мама любила и жалела свою Турцию. Это страна ее детства. Когда мама взрослая ездила туда, ее сопровождал один турок, исключительный человек. Он был моим другом. Я никогда ничего плохого не скажу о турецком народе. Когда заходит речь о случившемся, я всегда говорю «Анкара» и никогда не говорю «Турки». После поражения османов в Первой мировой войне в Константинополе заседал военный трибунал. На нем звучали свидетельства очевидцев. Уже тогда был ясен масштаб армянской катастрофы. Около 1 миллиона погибших. В 19-м году бывших министров империи, трех пашей, приговорили к повешению. Но все трое покинули страну и избежали веревки. Не прошло и 3 лет. Энвер Пашу зарубили под Душанбе. Талаат Пашу застрелили в Берлине. Джемаль Пашу в Тифлисе. Убийцы каждый раз были армянами. Это внук Джемаль Паши, известный в Турции журналист Хасан Джемаль. Он еще один из тех, кто нарушил молчание. О признании геноцида он говорит открыто и даже встретился с потомками убийцы своего деда. Разговор с прошлым приходится начинать с себя. До сих пор я еще не встречал никого из армян, переживших геноцид. Но если бы встретил, я бы сказал им вот что. Я сочувствую тем тяготам, которые вы пережили, и разделяю с вами вашу боль. Турция смогла бы вздохнуть спокойно, если бы признала эту ужасную ошибку. В сегодняшней ситуации она не может двигаться дальше. Как не могла бы двигаться дальше Германия, если бы не признала Холокост. Но я также убеждена в том, что этого будет недостаточно. Армяне должны сами помочь себе смириться с тем, что они пережили. Нужно, чтобы они приняли тот факт, что с ними поступили ужасно и причинили им колоссальный ущерб. В противном случае не может быть и речи о справедливости. Жизнь бывает несправедлива. В 1915 год разбросал армян по всему миру.
С тех пор большинство из них живет за пределами исторической родины. Но все они в России, в США, во Франции и в самой Армении 24 апреля вспоминают жертв геноцида. В Ереване люди приходят на холм крепость Ласточки, Цицерно-Каберт, чтобы возложить цветы, чтобы вспомнить всех погибших и всех выживших. Тех, кто видел геноцид своими глазами, и тех, кто рассказал о нем людям. Чтобы люди запомнили и нигде, и никогда... На Черноморском побережье Кавказа, в городе Гудаута, живет большая армянская община. Авакиму Тахмазяну 39 лет. Он ходил здесь в школу, учился в вузе, служил в армии, теперь работает. Вся жизнь в этих краях. Хотя его предкам привычнее были другие берега Черного моря. В нашем селе Кюклух жило 300 семей. Село было в горной скалистой местности между двумя реками. В центре села была церковь. Было у нас 3 школы. Общая тетрадь 48 листов. В эпоху позднего СССР такие были 1915 год. Продолжается Первая мировая война. Гигантская Османская империя, союзник Германии и противник России. Армяне живут по обе стороны границы, в российском Закавказье и на полуострове Анатолии. Обе империи призывают армян в строй, а османскими войсками командует военный министр Энвер Паша. Зимой с 14 на 15 год было крупной ошибкой отправить сражаться с русскими армию без подходящего обмундирования. Но Энвер Паша не мог поверить, что турки проиграли только потому, что русские были лучше. Он предположил, что причиной тому были предатели армяне, которые проникли в наши ряды и выдавали военные тайны русским. Османская империя доживает последние годы. В Балканских войнах потеряны почти все европейские территории. Оставшиеся провинции мечтают о независимости. Тюрьма народов, национальные меньшинства, особенно иноверцы, под подозрением властей. Турки зовут свою столицу Стамбул. Мир по-прежнему называет ее Константинополь. В начале 20 века это один из крупнейших городов мира с населением более 1 000 000 человек. Интеллигенция всех народов Османской империи, турок, арабов, но никто из них там не был. Страшно отпускать к туркам армянина, который ищет следы событий 15-го года.
Трагедия, которой современники долго не могли найти название, живет в истории каждой армянской семьи. Поэтому и 100 лет спустя, когда турецкие курорты, античные памятники и традиционная кухня знамениты на весь мир, многим армянам нелегко просто купить билет и прилететь в аэропорт Стамбула. Аваким Тахмазян, словно обычный турист, взял в аренду машину, но едет в нетуристические места. Почему решил приехать сюда? Это желание было давно, как-то не складывалось все оно. То одно, то другое, все как бы оттягивалось. Это будут далекие провинции современной Турции, наследницы империи османов. Долгая дорога в прошлое. Мардык Тахмазян тогда выжил. После нескольких лет скитаний он осел в сотнях километров от родных мест в Гудауте. Много лет жил на этой улице. Только его дом был попроще сегодняшнего, того, в котором живет внук. Аваким помнит дедушку Мардыка, но они не говорили о том, через что прошел уроженец села Кьёклух. Дед умер, когда внуку было 4 года. Повзрослев, Аваким не раз слышал рассказы родных о турецких событиях. Да, Горта, иду. Сейчас пару вещей возьму. Прочитав о них воспоминания родного деда, Аваким решился съездить на историческую родину, чтобы увидеть ее своими глазами. Какой миссии едешь, чтобы эта миссия выполнена была? Чтобы все видели, знали, как это все должно было, как оно было. Так что удачи тебе во всех твоих начинаниях и поеду. Удачной дороги. Все будет отлично. Я думаю, поеду, увижу и привезу что-нибудь оттуда. Делам твоим удачи. С Богом! Его провожают родные и соседи. У всех предки родились на территории современной Турции, знакомы каждому школьнику. Эту тетрадь Аваким нашел у себя дома, но разобрать записи оказалось слишком трудно. Смог понять лишь некоторые фразы и цифры. 1914-1915. Это воспоминания его деда, Мардыка Тахмазяна, который родился в начале 20 века. О своем прошлом дед армянин написал на джиникском говоре амшенского диалекта. Недавно нашли переводчика и издали мемуары по-русски. Оказалось, это воспоминания о юности партизана и о том, что творилось во время Первой мировой войны в армянских поселениях Османской империи. Уникальный документ эпохи. Наступил июнь 1915 года. Началось насильственное переселение. Моему деду Мукаелу было 98 лет. Он не смог далеко пойти. Турки его забили камнями. Потом от группы отстает сын Байрас Карапета Нессес. У него жена была беременна и 2-летний сын на руках. Нессеса подвешивают вниз головой, а под ним разжигают костер.